Рад приветствовать всех зрителей. Я сейчас для вас подготовил просто топовые темы в стиле Marvel. Ну что ж, не теряя ни секунды, приступим. Заходим в настройки, темы, мой кабинет. Я эти темы уже поскачивал, вам предстоит их найти. Все названия этих тем я оставлю в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии. Потом темы. И вот, какую крутую подборку я для вас сделал. Бэтмен, Тор, Дэдпул и Железный Человек. Ну что ж, давайте начнем с Бэтмена. Применяем. Сразу я буду применять и будем рассматривать. Я думаю, все эти фильмы, все эти названия вам очень хорошо знакомы. Смотрите, как выглядит круто тема в стиле Бэтмен. Просто жесть. Какие здесь у нас ярлыки приложений, такие круглые, закрученные, как Бэтмен, уничтожая своих противников, метал в них свои орудия, убийства. Поэтому вот подобным образом выглядят и ярлыки на вашем смартфоне. Но это просто топ, честно сказать. Как у нас выглядит экран блокировки, смотрите. Вот так. Реально круто выглядит Бэтмен с его девчонкой. Дальше у нас, как выглядит меню уведомлений. Вот такое вот, все красного цвета. Все довольно такое мощное, яркое. Чувствуется жесть, сила и выносливость. Как у нас выглядит меню настроек. Ну, в черном стиле меню настроек довольно тоже классно смотрится. Меню, так, вызова сообщений. Ну, тоже все в черно-красном стиле. Очень классно. Вообще, эта тема довольно классная, она мне очень нравится. Ну что ж, приступим к следующей теме, которую для вас тщательно вчера отбирал и готовил, я вам честно скажу. Так, Бэтмена мы посмотрели, давайте сейчас посмотрим Тор. Из фильма «Мстители». Такой был один из «Мстителей». Применяем. Так, Тор у нас применился. Вот как смотрится главный экран. Как на блокировке у нас смотрится вот такая мощная картинка. Ну, по лицу он меня уже разблокировал. Вот такие вот классные ярлыки, своеобразные, которые реально тоже привлекают к себе внимание. Так, как у нас меню настроек смотрится? Ну, обычно по-стандартному. Сообщения тоже по-стандартному. Меню уведомлений по-стандартному. Здесь меняется лишь главный рабочий стол, меняются ярлыки и меняется стиль блокировки. Ну что, приступим к следующему Marvel стиль теме, которая у нас называется Deadpool. Вот. Применяем. Ждем, пока установится. Уже установилось. И смотрим, как выглядит меню блокировки экрана. Вот. Кто смотрел этот фильм, кому он заходит, для кого он зачетный, я думаю, вам этот стиль довольно понравится. Так, меню уведомлений. Вот такой вот. О, уже сообщение благодарности своих подписчиков принимаю. Вот какое у нас меню уведомлений. Смотрите, как шторки смотрятся довольно классно, круто, своеобразно. Мне очень понравилась эта тема, поэтому и решил с вами ею поделиться. Так, меню настроек, как у нас смотрится, тоже черно-красное. И снизу такой Дэдпул на отдыхе. Так, сообщения. Ух ты, смотрите, как ваши контакты смотрятся. Как круто у вас набирается номер телефона. Вообще жесть. Мне очень понравилась эта тема, поэтому тоже решил ее с вами поделиться. Итак, последняя, четвертая наша тема, которую для вас готовил. Это у нас Железный Человек. Так, Iron Man V10. Смотрите, как классно тоже смотрится эта темка. Я думаю, все эти Marvel темы для вас просто залетят. И вы будете ими пользоваться и будете рады. Смотрите, как Железный Человек. Для фанатов фильма «Железный человек», я сам являюсь фанатом этого фильма, вот как все смотрится. Меню уведомлений у нас стандартное. Так, вызовы у нас стандартные. Настройки у нас стандартные. У нас меняется экран блокировки. Ну вот как классно все смотрится, довольно все читабельно, все понятно и такое взгляд Железного Человека из-под угла. Вот так выглядят у нас ярлыки приложений, тоже довольно все классно смотрится.
Ну, реально такой стиль красно-желто-белый. Вот такой вот стиль можно назвать. Все классно смотрится. Ребята, я надеюсь, вам это видео зайдет. И вы поставите лайкос, поделитесь этим видео с друзьями. И будете применять эти приложения, и будете реально благодарны. Я буду очень рад, если вам это видео зайдет. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем успехов, ребят!